Правоохранительные органы Казахстана разыскивают преступников, которые смертельно ранили известного фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена. Спортсмен пытался остановить злоумышленников, которые проникли в его автомобиль. В этот момент получил удар ножом. О ходе расследования шеф Центрально-Азиатского бюро вестей Роберт Францев. Новостью о трагической гибели фигуриста Дениса Тена без преувеличения шокирован весь Казахстан. В свои 25 лет он успел стать не просто одной из главных звезд спорта страны, но и по-настоящему всенародным любимцем. Денис Тен скончался в результате ножевого ранения. Нападение на спортсмена произошло 19 июля в четверг на оживленном пересечении улиц Курмангазы и Байсиитовой в Алматы около 3 часов дня. Как сообщили в правоохранительных органах, фигурист заметил, что двое неизвестных хотят скрутить зеркала с его припарковки. Паркованного «Лексуса». Фигурист попытался помешать злоумышленникам. Между ними завязалась драка. В результате возникшей потасовки гражданин Тен было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению задержания подозреваемых. Скорую помощь вызвали очевидцы. Дениса Тена доставили в центральную городскую клиническую больницу и поместили в реанимацию. Ножевое ранение пришлось в верхнюю часть бедра спортсмена. Из-за повреждения артерии он потерял около 3 литров крови. Поступил в клинику, он уже в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. И более 2 часов проводилась непосредственно сердечно-легочная реанимация. Все усилия клиники, города были брошены именно на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть наступила. Денис Тен – пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, 3-кратный победитель чемпионатов мира, 9-й номер в рейтинге Международного союза конькобежцев. Главным успехом Тена стала бронзовая медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В последнее время Денис Тен занимался тренерской деятельностью. В день убийства он как раз возвращался с тренировки. Соболезнования родным и близким уже выразил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мохамедиулы. Это страшно и несправедливо. Огромное горе родителей, слезы для всех, кто знал Дениса. Все его очень любили и уважали. Известные российские фигуристы, которые хорошо знали Дениса Тена, также прокомментировали трагическое происшествие. Ушел не просто фигурист, а часть нас, часть меня. Как? Зачем? Просто нет слов. Я с этим человеком каталась вместе. Я знаю очень многое про него. Какой он трудоголик, как он изучал все. У него должны учиться все спортсмены, кто действительно любит спорт. Такой, как он, единственный. И слово «был» вообще не могу произносить. Сейчас уголовное дело уже переквалифицировано на статью «убийство». Как сообщают в Департаменте внутренних дел Казахстана, розыском преступников занимаются лучшие оперативники алматинской полиции. Роберт Францев, Федор Плотников, Арман Байдоулетов, Татьяна Прокуратова, «Вести», дежурная часть, Казахстан.